Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом, предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Я растяжки не вижу пока, но она чешется, руки чешет в плечах. Угу. Мешает ей, как аллергичное что-то. Снаружи ничего не видно, да? Нет. Защищаем физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Киру в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Киры поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел прием. Мы на месте. Хорошо. Кира идет к маме. Мы приветствуем Киру, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Мама не отвечает, доверим. Отлично. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Киры, под ногами, 360 градусов вокруг нее, тонких тел Киры, находит все. У нее есть дракон, гуманоид и низкий кто-то. Какой дракон? Синий, да? Сейчас дракон синий, да. 1263. Это бес. Бес. 7. 7. Хорошо. Еще кто? Гуманоид. Понял. Значит, гуманоид, синий дракон и бес, да? Да. Понятно. Откуда гуманоид? Ута. Ута. Хорошо. Гуманоид с Ута. А что ты здесь делаешь вообще? Он говорит, даю. Даешь? Нет, доит. А, доишь, понятно. А, вот как. Ты называешь это доишь, понятно. Значит, она получается в твоем понимании тот, кого можно доить. Угу. Хорошо, гуманоид. В моих руках... Он удивлен, не только она. А сколько еще? Кто? Все кому... люди, которых все... можно доить в его понимании. У тебя, по-моему, извращенные понимания гуманоиды. Он говорит так же, как и вы, мы это в школе проходим. Хорошо, а такое, как я сейчас тебе покажу, вы проходите в школе. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. Вот гуманоид. Проходил это в школе? Вот это тебя сегодня ожидает. Он говорит, защиты от нее пока нет. Это как ваша ядерная энергия для нас. Совершенно верно. И с момента, как я ее выпущу, ты перестанешь существовать. Тебе это понятно? Да, и так же, как у вас, для этого нужны веские причины. Вот мы сегодня будем устанавливать эти веские причины в 12-летнем ребенке, в котором ты находишься. Что ты, какой вред ты сделал, если этот вред будет несоизмерим? Соответственно, мы спросим хозяина биополя, в этом случае Киру или ее маму, что с тобой делать, если они скажут. Дать тебе живой плазмы, на этом заканчивается вся история. Он говорит, что там не было защиты предупреждающих знаков, когда я подключился. У 12-летнего ребенка, да? У 12-летнего ребенка должны быть защиты, да? Ты ожидаешь от 12-летнего ребенка, чтобы он от выставлял... души. Чтобы душа 12-летнего ребенка выставляла все защиты, не будучи еще осознанной, не понимая половины, что в этом... четверти даже того, что в этом мире происходит, и как все действует. Ты использовал слабого. Ты считал себя сильным, а я тебе сегодня покажу, что ты не сильный. Ты вообще никто. Просто паразит, больше ничего. Переходим к синему дракону. Синий дракон. Сколько ты находился в этом биополе? Подожди, гуманоид еще говорит, что ему не важны. Нам, он говорит, не важен возраст, важна энергия души. То, что вам важно, это мне не интересно, честно говоря. Переходим к синему дракону. Сколько ты находился в биополе паразита? 1,5 года. 1,5 года. Достаю печать дракона, включаю на полную мощность. Ты знал, что к ребенку нельзя заходить, синий дракон? Что он не может тебе никак противостоять? Знал. Вот я тебе сейчас показываю, что из этого следует. Причинно-следственную связь. Причина была твое подключение, а вот эта головная боль твоя, вот это получается то, что ты сам себе притянул. Он просит остановить. Выключая печать. Что ты понял, синий дракон? Мой интерес иногда приводит... к негативным встречам. Переходим к бесу. Сколько ты находился в биополе бес? 2 года. На что ты зашел и почему ты зашел в первую очередь?
Ты зашел в ребенка, когда ему было 10 лет. Тебе скучно было? Он показывает много детей, он их пробует всех. Заходит, чувствует. Переходит к другому. Школа. Как это воздействовало, твое присутствие, на ее физический биоробот, на ее реакции? Что там было? От чего у нее болела голова и тошнило? Твоя работа? Или это гуманоид? Нет, это не я. Хорошо, что ты делал? Ты понижал вибрации для чего? Чтобы какую уныние. Реакцию? Уныние. Или бурная радость в кругу подруг. То есть сверх эмоции. Да. Или слишком низкие, или слишком высокие. Хорошо, без меня устраивает этот ответ. Начинаем тогда с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Киры спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низковибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились, могла получить от них, возвращается к ним. Пошел процесс. И гуманоид, сколько ты находился в биополе? 1 год и 2 месяца. Год и 2 месяца. Конструкция стоит твоя? Да. Это от нее Кира чешется? Да. У нас идет обмен энергиями. Не у нас идет обмен энергии, а ты воруешь ее энергии и подсовываешь свою. Вот так. Распыляю. Распыляешь. Ну хорошо. Ты знаешь, мы все получаем опыт свой во Вселенной. Сегодня ты получишь опыт своей жизни. Я тебе гарантирую. Достань из нее эту конструкцию. Конструкцию. Хорошо. Пока реверс идет, включаю, даю команду сканеру. Сканер сканирует Киру, отключает полностью эту конструкцию гуманоида на его частоте до последнего чипа датчика импланта конвектора. Все это безболезненно выходит из ее тонких тел, зависает перед Кирой. Но у него конструкция, голова, низ идет по плечам, желудок. Хорошо. Выстраиваю к этой конструкции от Киры прямой канал 1, 2, 3. Реверсом Кира отдает весь негатив. Все патогены низкой вибрационной энергии, которые она получила от гуманоида его конструкции 1, 2, 3. Мощнейшим потоком все назад до 100%. Что возвращается, посмотри, Вера. Пыль возвращается. Он говорит, что разбрызгивал. Распылял. Распылитель. У нее внутри все нестабильно. Вопросы у нее появляются, кто она, зачем, уверенности в себе нет. Это роль матери. Выставлять ей защиту, наполнять ее энергиями, визуализировать эту защиту перед ней каждый день, помогает ребенку скидывать энергии, безусловно, отвечать на какие-то вопросы. Значит, мама делает, что может, а ребенок не всегда слушает, поэтому у мамы постоянные мысли в голове и тревога, которую мы вытащили из нее. И что у нас получается? У нас получается неотвеченные вопросы в конце и тревога матери по этому поводу. То есть это вообще замкнутый круг. У ребенка будут возникать вопросы, у матери всегда будут на это возникать негативные реакции. Это не негативная реакция, дочка не слышит ее. Значит, хорошо, из-за Кира. Из-за распыления вот этой конструкции. Ах, вот как. У нее как каша, смешано все. Ну это многое объясняет, конечно, да. Гуманоид, твоя конструкция. Итак, Вера, что вернулось к конструкции? Возвращается, посмотри. Пыль вернулась к гуманоиду. Очень ничего, да? Хорошо. Из организма у нее повсюду. Конструкция не гуманоид. К дракону, бесу что пошло? Дракон, оплата есть. Хорошо, даю команду сканеру. Сканер выдавливает, отключает полностью платы дракона. 1, 2, 3. Сканирует. Все чипы, датчики, импланты, конвекторы на частоте дракона, все платы выходят, зависают в воздухе. Готово. Готово. Выстраиваю канал от Киры к платам дракона. Реверсом отдаю весь негатив, который Кира получила от этих плат и под ключик дракона. 1, 2, 3. Мощнейшим потоком все пошло назад. Но здесь информативный канал, тоже эмоциональный. Хорошо, дракон, ты был ответственный за то, что человек, ребенок очень сильно увлекался телефоном, не мог оторваться интернетом, информативностью. Да, ему очень интересно это. Хорошо, а она мешает этой информативности ребенку в 12 лет. Реверс закончился. Все, что ей мешает, ей приносит пользу. Хорошо, установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Кира забирает от гуманоида, от этой конструкции, от гуманоида,
от синего дракона, беса, от плат дракона и от конструкции. 1, 2, 3. Мощнейшим потоком все пошло назад. Но от конструкции гуманоида идет свет, радость, спокойствие возвращает, все, уверенность. Все, что делает человека человеком, а жизнь жизнью. Ты знаешь, такое ощущение, что к ней возвращаются какие-то человеческие ценности, семья, родители, дом. Это то, что у нее ушло на какой-то другой план после... Гуманоида и его конструкции? Да, возвращается какой-то свет вот этот. Ну, не знаю, гуманоид, ты уже здесь реально просто все границы перешел. Снисхождение вряд ли тебе возможно. Ты реально убивал человека, делал его жизнь невыносимой. Скажи, гуманоид Уты, кто-нибудь из нас, землян, приходил к вам и пытался паразитировать на ваших энергиях? Вы делаете это по-другому. Это не ответ. У тебя есть всегда три варианта ответа. В таком формате, как это делаем, мы нет. Угу. А почему вы тогда это делаете? Потому что это хороший источник обмена энергии. А зачем человеку ваше? Имеет свою цену. То есть ты ее продаешь, перепродаешь? Это работает немного по-другому, но в вашем понимании, да. Обмен. Ты меняешь на энергии, которые тебе необходимы. Да, или что-то другое. Ты же не первый гуманоид Уты, которым я встречаюсь. Наверное, уже вас 30 или 40 видел. Реверс закончил. И никак не мог понять, почему же вас Творец обделил, что вы являетесь такой паразитарной сущностью и не в состоянии себе сами добывать энергии и сами себя обеспечивать энергиями. Хорошо, реверс закончился. Мы все забрали, Вера? Да, мы все забрали. Под платами дракона открывается портал в галактической дроне, уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Конструкцию, все равно запись осталась, конструкцию гуманоида уходит на переработку, внизу открывая портал галактической дрона, уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, синий дракон, еще что-нибудь осталось на твоей чистоте, биополе? Нет, больше ничего. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, отключайся полностью. На качели что-то похожее, в ногах и к рукам идут они веревками. Сидел в ногах и дергал за веревки. Что там думать-то? Так, бес? Раскачивал. Маятник. Потом утяжелял и получал реакцию, которая ему была необходима от человека. Нет, он раскачивал эмоции вниз-вверх. А, от горя до радости, да? Да. Все понятно. Он все снял. Включай внутренний белосвет Кири, и Кира выдавливает этим белым светом все негативные патогены низкой вибрационной энергии, оставшиеся от интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает эти энергии, они формируются перед Кирой в шар. Но с нее выходит шар. Помочь ей? Помочь. Подхожу к Кире и помогаю моей энергии выдавить из нее все энергии негативные от интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Даю ей столько энергии, сколько надо. Все это выдавливается и шар формируется. Ее рвет. Все выходит до последнего микрона. Да, есть шар. Большой? Как мяч. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Она принимала эти энергии за свои. Она могла не понимать. Хорошо. Даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. У нее внутри душа трепещет и радуется. Но энергии мало в чакрах. Все сделаем. Чистая. Отлично. Все хорошо. Подхожу к Кире. Помогаем моей энергии. Во-первых, даю ей 100% энергии. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. И, Кира, сейчас я посчитаю до 3, и ты сделаешь импульс высоковибрационного шокового удара и отсечешь от себя все эти каналы, которые идут к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы.
Получилось у нее? Получилось. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Сущности забрали все без... Где произошла подключка? Ты в школе подключился, ты говорил, да? Да. Хорошо, я тебя сейчас буду отпускать, я тебя предупреждаю сразу. Первый раз я отпускаю, второй раз я наказываю. Я не хочу тебя наказывать. Когда ты увидишь Киру в школе, обходи ее, не подходи к ней, в каком бы она настроении ни была. Потому что если она мне пожалуется, через 10 минут я вытащу тебя. И ты не представляешь, что будет. Ты меня услышал? Он тебя услышал, он спокойно найдет кормушку, как он говорит. Я в этом не сомневаюсь, меня интересует только эта душа. Итак, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Он, кстати, сказал, что он даже рад, что уходит. Там дома стало невыносимо находиться, и приходится глубже зарываться. Абсолютно верно. И это после чистки квартиры. Поэтому мы всем... Готов. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты понял, что сюда больше приходить не надо. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает, а ничего не забирает. Уходит на свою частоту. Закрывая, опечатывая, растворяй. Есть. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Я приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Уты. Год и два месяца сидел. Конструкция, очень сильное воздействие. Мы все с конструкции забрали, уничтожили ее уже. Принимать будем. Хорошо. Но где клетка у нас, с другой стороны, они открывают ее и забирают. Хорошо. Всегда. Готово. Отлично. Все. Давай пройдемся по частотам. Повтори, пожалуйста. Здесь информация идет. Я прослушала. Давай дождемся информации. Какая информация? Но ей творчество нужно куда-то, даже в артистическое. Ее внимание нужно переключить на другое развитие, оторвать от электронных носителей, конечно. Носителей и переключить именно на какое-то развитие, вплоть до театральных. Рисование, театр, что угодно. Есть куча направлений, чем можно развиваться в душе, творчески. Она творческая очень, и ей нужно общение. Ну, там и найдет. Поэтому именно театральное почему-то идет. Хорошо, мы передадим слово. Маме. Картинка пусть мама... тоже. Хорошо, пусть мама прислушается к этим словам, отведет ребенка в студию театральную, и, может быть, это все очень много и быстро решит. Итак, поехали по частотам. Есть. Хорошо, Кира, мы закончили чистку, когда мы тебя забирали. Ты стояла, чесалась. Как ты себя сейчас чувствуешь? Счастливое чувство. Замечательно. Энергии много новых. Вот. Прислушайся к этим словам, которые были сказаны в этом сеансе, что тебе следует делать. И для мамы было очень много информации. И работай над собой. Занимайся любимым делом. И не уходи никогда в уныние. И к телефону много не лезь. Там ничего толкового нет. Это тебе наш совет. Ты взрослый человек, будем тебя возвращать сейчас назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Киры в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит: «Привет, биоробот, я вернулась». Все правильно, так и есть. Сейчас мы подключимся и будем с тобой дружить. Вот. Смотри, какая у нас красивая Меркаба. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте.